Ну, смотрите, какой у нас был план? Построить базу и атаковать, соответственно, клан Deep, разрушить им базу, разрушить, забрать у них сообщество. Но что-то пошло не так, и эта база почему-то стала строиться 2.42. Первая база. К примеру, у клана Deep, вот здесь вот, когда они построили, начали строить вторую базу, у них было 2.5 дня, когда они ее поставили. На секундочку, 2.5 дня, так же, как мы поставили вторую. В чем прикол? Непонятно. Это какой-то глюк, с чем он связан, я даже не могу это связать. Но сейчас мы приняли решение, что мы будем просто атаковать клан Deep и уже разваливаться по своим кланам, потому что... Что сейчас будет самое веселое? Ну что, понеслась, давайте посмотрим, что мы там на вы... Ух, у него тут 11 тысяч, седьмые, больного это будет. По таким бить. Вот Аврора есть, Аврору можно побить. Что у нас тут еще есть, Вундерленд есть. Что у нас там у Авроры? Аврору можно хорошенечко поджечь. Поехали. Так, на всякий случай. Понеслась. Сейчас мы устроим им тут поджоги. Так, сколько там потеряю? О, 69, не так больно. Вундерленд есть тут такой еще. Давай быстрее. Ну вот уже поинтереснее. Надо подготовить, где у нас там еще телепорт. Очень быстро надо сваливать будет. Вот. 3500, 6400. Вот мощный типчик. Китти, что там сидит? Поехали, еще поатакуем. Нам нужно собрать больше золота. Вот там кого-то жребий полетел. Так, это щит одело уже. Сейчас мы тут поподжигаем немножечко. Товарищ чем? Нам нужно больше золота. Так. Что-то как-то незначительно. Неинтересненько. Так, стар. Тут уже ДНА. Так, кого тут еще можно поджечь? Так, давайте-ка этого посмотрим, что у него тут можно поджечь.
один фраг. Так, надо тут всех переставить во второй отряд. Тут что-то в первом у меня уже нет никого. Так, 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 подтвердить. Сюда ставим вот этого дядьку. Где там лучники-то? И вот так. Поехали. Танжур будет защищать своих или нет? Или так и будет сидеть? Всех надо поджечь. Кого можно. Кого нельзя, тоже надо поджечь. Вот оно как бывает. Бундерленда надо еще разок поджечь. Ну, этого вообще ничего нету. Что-то тут много кого в щитах. Так, стоп, я что-то вообще не слежу. Сейчас они мне тут накидают. Я потом буду разбираться. Вот ТТ есть. О, нифига у него тут армии. Его-то по-любому надо сжечь. Бесстрашный какой. Улетел сразу же. Куда-то. Давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. Так, а этот-то куда нос-то? Носик-то свалил. Значит, ты куда-то свалил, надо аккуратнее быть, пока у нас не поджег. А, вот он. Вот он. Аккуратнее надо быть. Нам нужен Алекс сейчас. Сейчас очень опасно кого-то атаковать. Сейчас будет весело. Однозначно должно быть начаться веселье. Очень веселое. Очень веселое веселье. Так, смотрим. О-о-о-о-о, бу-бу. Еще одна. Красава. Просто зажег его. А, так там два отряда аж заехало в него. Поехали, ребята, обратно. Класс. Это было достаточно мощно. Тивник Тите Мундерленд.
Так, смотрим, что у нас тут. У нас что-то вообще пусто. Всем нам очень интересна эта атака. Что там было? Потому что он очень хорошо его так поджег. Было очень весело. Смотрим, что тут будет происходить. О, это что-то мне кажется, он вообще зря поехал. Сейчас в него опять залетят. Бух. Оуф. Победа при защите. Ох, как он там хорошо должен был потерять. Так, тут ему 708 сожгли. Так. Ху-ху-ху, раненых 3564. То он тут 90-ми решил повоевать. Стоять. Оп, тут разъехали. Он опять тут их сжег. Так, ладно, смотрим пока, что тут произошло. Тут он убил 4700. 500 потерял. Тут он вообще почти ничего не потерял. А вот тут он уже потерял прилично 4500 убийств. Алекс потерял 381, а Му потерял 3500. 3500 Т-10 это уже неплохо. Да, у него неплохая такая шмотка-то на них. Деназиск. Что они тут могут-то? Да ничего они там не могут. Полетела пушка. Задри. Бах. Жесть, он его там просто вообще разматывает. Я думаю, что он очень сильно пожалеет. Так, ему там было, по-моему, около 100 миллионов, да? Уже 93, у него мощь только в путь падает. Он его прям неплохо выжигает. Что он делает? Успел. Вроде успел. Нос Хироу. Ё-моё, что тут происходит? Раненые, 6200 раненых, потери, 764 убийства, потери. Ё-моё, сколько он потерял? Поражение при нападении. Ё-моё, чё ты делаешь вообще? Минус игрок. Ну, такие вот бывают атаки. Неинтересные. Почему я пропустил атаку какую-то тут? Что, понравилось ему что ли атаковать?
О, Биг прилетел. Сейчас поинтереснее должно пойти. Блин, мне тут надо кого-нибудь... Того, кого можно будет атаковать. Я хочу посмотреть, что тут вообще происходит. Дип-патрон. О, Винтер прилетел. Красава. Красава, Винтер. Что у него там есть сейчас? Может, тоже залетим? Что тут происходит? Дайте я куда-нибудь встану. Так, тут этот разбежался. Ё-моё, какие тут поджигания полетели. Дайте я тоже кого-нибудь сожгу. Прям какие-то жесткие прямо баталии наметились. Я напал. Герой мгновенно сгорел. Что здесь происходит? Давайте какой-нибудь тоже подожжем. Ну, мы тут что, мы тут так балуемся, потому что больше некого что-то поджигать. Микрик куда-то там поехал. Ты что, в себя поверил, что ли? Так, тут всех носов разнесли немножечко, да? Чем он там на меня решил напасть? О, да ты посмотри, он тут еще и... Потери. Что? Что-то он... Так у него тут вообще оборонительных нету, просто подожгли его. Оливьеха. Вау, тут какая-то вообще просто жесть происходит. Так, что мы тут изведали? Кинд Эдхан, неинтересный, Оливьеха. Да Оливьеху тут тоже уже пожгли. Ну давай попробуем, отправим, посмотрим. Микрик вроде. Не отвлекай меня.
Так, смотрим, что там. Оливьеха улетит. Ой, неактивных бойцов у него 6-6-6-6. Ё-моё. Микрик. Куда там, за кого защищает? Что происходит? Тут просто... Так, тут Микри пытается этого защитить. Ё-моё, Оливьеха сейчас сгорит серьезно. Вух, Оливьеха там серьезно подгорела. Еще 6 тысяч неактивных. Ё-моё, у него там больница по-любому переполнена. Так, тут у нас что происходит? Тут у нас все вроде целые. Кого бы еще-то сжечь? Зажигать-то уже некого. Тут Ладунян. Тут уже просто все в щитах. Я уже не знаю, в кого послать. Так, что там Микри? Я хочу прям Микри ему нанести там нормально так урона. Так, разведали Оливьеха. Что он ему послал? 11 тысяч. Ну, там такой нормальный отряд-то. Блин, больно в него выбиваться-то. Микрик, Микрик. Что-то Сиги-то там... Ох, он его просто сжёг. Ё-моё. По Винтеру больно сейчас, наверное, было.